Здорово, соучастники. Я вот сижу и думаю, 200 или 300 лайков на этот скин просить. Ну, да и хрен с ним, сами там в комментах напишите, насколько вы оцениваете этот скин. Хочется на самом деле немножечко поговорить об оригинальности видео и скинов в целом. Я, конечно, стараюсь в своих видео показать как-то что-то поинтереснее, но все эти вот эффекты переходов и так далее, понимаете, они стандартные. Они хорошие, да, но проблема в том, что что-то новое в этом направлении сделать или придумать просто невозможно. Ну или сделать такие уродские переходы, которые делает каждый школьник, что было бы крайне смешно. Но проблема оригинальности затрагивает не только видеопереходы и видео в целом, но и скиннинг. С каждым разом все сложнее и сложнее становится придумывать что-то новое. И если вы в каком-то скине найдете какие-то похожие детали из моих предыдущих скинов, то ничего страшного, просто я решил, что можно было и так оставить. Ну вот вы сами попробуйте, вот круг, да? Придумайте новый круг. Ну вот просто держу в курсе, что такие проблемы существуют, и если автор повторяется в своих работах, то не стоит его, пожалуй, винить в этом. Так вот, у меня еще одна идейка в голове проскользнула. Как насчет того, чтобы я просматривал ваши скины и некоторые даже выкладывал на канал? Думаю, что на мой канал заходит немалое количество талантов в этом плане и могут мне предложить какие-то свои работы. Только имейте в виду, что миксованный скин — это не авторский скин. И если вы уж и делаете миксы, то большая просьба такие вещи не пытаться распространять как-то, ибо вам это попортит сильно репутацию. Хотелось еще поговорить насчет того, какие крутые у меня ссылки в описании есть. Половина народу, конечно, уже отвалилась с этого видео, но я все-таки расскажу то, что вы можете упустить. Пожалуй, самыми главными ссылками в описании являются ссылки на ВК, Дискорд, Бусти и уведомления. В моей группе ВК вы можете найти несколько полезностей по типу паков карт и прочие ржаки. Ну и еще есть какие-то полезные новости, связанные с моей деятельностью, инсайды и мемы. Боже упаси. Также там есть подписка на уведомления о моих стримах. Очень полезная функция для тех, кто не хочет пропускать стримы и является активным пользователем социальной сети ВКонтакте. Такие же уведомления есть и на нашем Discord-сервере. Там я частенько провожу инсайд-стримы, там можно пообщаться с людьми, попытаться найти тиммейта в Осу или в популярную на данный момент игру Among Us. Ну и осталось только, пожалуй, Boosty. Здесь я, пожалуй, крайне порекомендую подписаться лишь по той причине, что на этом сайте есть мой авторский контент, который стоит того. Отсюда скины или, может, что-то еще в будущем точно не пропадет. Там еще есть платная подписка, которая стоит, между прочим, всего 50 рублей. Но оформив ее, вы помогаете мне материально, получаете роль в Дискорде и раньше всех получаете геймплейную часть скинов, которые я выкладываю. А еще даете мне мотивацию продолжать свою творческую деятельность, что немаловажно. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание.